1 июля 2021 года вводится ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Однако получать его смогут не все. О том, кто имеет право претендовать на эту выплату и при каких условиях она назначается, нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. 1 июля 2021 года предусмотрена выплата ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет. Право на указанную выплату имеют единственный родитель такого ребенка, родитель или законный представитель ребенка, в отношении которого судебным решением установлена уплата алиментов. При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства, пребывания или фактического проживания заявителя на дату обращения с заявлением о выплате такого пособия. При наличии в семье нескольких детей такого возраста пособие назначается в отношении каждого ребенка.